Всем привет, с вами Макс Риск. Сейчас удалю вот это вот видеоролик о том, что повещение говорит, что какая-то ошибка. Так, сейчас, блин, тут даже ролики старенькие записаны. Так, нужно тоже их выложить, по-моему, да? Так, что я путаю, начинаю. А, запись идет. Вот это вот нужно удалить. Так, остается только три папочки, три видеоролика. Там у разных игр. Так, давайте-ка. Текущих, подождите, я хочу вам объявление сказать, то, что новости о разработчикам. Ну, то, что они сейчас, типа, того заняты. Ну, в Discord там им пишут. Так, вроде бы там звук записывается, да? Да. Я хочу перейти на новый сервер. Говорят, через один день, два дня откроют еще новый сервер. Мы уже с вами говорили в прошлом видеоролике или позапрошлом видеоролике. Два раза понимать. И мотайте, пожалуйста, если хотите узнать. Не просто на канале зайдете, посмотрите, пожалуйста. Там очень тоже важная информация. Так, мы заберем. Но это уже все, конец этой игры с сервером. Почему так? Потому что я уже записывал ролик. Сейчас он тоже будет. Сейчас вам даже покажу, почему. Вообще, тут очень много убийств. Они все развинутые. Если я такое приду, мне нужно где-то... Вот что ли здесь играть, чтобы победить всех. Так, нажимаем на это персонажа. И смотрим. Убийств. Сколько, ё-моё. 252 тысячи. Мне говорили, это зайди на новый север. Ну, подписчики, а один чувак. Который, такой, который хочет, чтобы я зашел на его север. Но я зайду с другого аккаунта. А на этом север я зайду на новый аккаунт. Караване. 31 штука убийств, 0 угнан, точнее угнал кого-то. Так, в общем, кстати, я кое-что хотел еще ролик записать у службы поддержки, как с ним связаться по-быстрому, потом запишу. Так, значит, так, нужно изменить север, вы это знаете, пока север, я не рекомендую себя заходить, тут слишком профессионалы. Если разработчики типа того помогут, все очистят, там вот эти вот куча убийств, вы что прикалываетесь, 100 с чем-то, 100 тысяч убийств, это много. Давайте хоть до сотки убийств, и все, они выиграют. Это ж сколько времени? 100 убитых там мутантов? Не, 100 игроков убитых. 100 тысяч, ё-моё. Я сколько там убиваю этих мутантов, мне не считают. Не, считаем, конечно, только не туда вот. Читает. Вот, новый сервер, 26-й, 25 уже был. 26-й тоже то хочу зайти. И все, приветствую, Макс Риска. Новый сервер, присоединяйтесь, 26-й. Называется Саудин. Вроде бы в переводе. У нас есть переводчик, можно быстренько почитать. Саудин. Так, это вроде бы типа того Саудин. Вы смотрели Avatar Legend of Aang. Ставь лайк, если тоже смотрел. Так, давайте это сделаем. Она очень помогает тут. Переводчик, так, мне тоже тут китайский стоит, ну когда-то раньше это было. Когда мы общались с разработчиком, тем самым я ему писал по китайском, чтобы ему было ему удобно разговаривать. Так, давай-ка, что это такое? Так, давай. Содим. Давай, содим. Переходите, хэштег 26, содим на новый север. Кстати, хотел бы заново зайти. Че я выключил? Да, еще я хочу сказать, как это говорится. Ну-ка, давай зайдем на новый север и выберем банду черную или же других. Ё-моё! Последнего она закончилась. Федератив нам мир остался в разрушении и выжили только обезьяны. Один брошенный на опустом планете без бананов. Так вот. Есть сильнейшие обезьяны встали в главу своих народов. Подожди, чуваки. Они подняли землю из руин, сражаются на выживание. Им остается только один путь вверх. Пришло время добраться до бананового небеса. В космос, обезьян, ракета готова, орды рут в бой. Пора начинать космическую гонку. Классно, космическую гонку. Я фиолетовый, блин. О, синий, о, зеленый. Какой персонаж у него будет? Фиолетовый, привет. Лагает. Не по FPS, он прям растет. Ууу, как растет. Так, вот все. Идет пауза. Ух ты, сундучок. Вступить в ворду. Сундучок хочу. А. Так, друзья.
С этим обезьяном разговор просто будет, как они хотят, или никакой не будет. Жесткий чувак. И второй вариант. Они готовы обеспечить залпом из дробовика. Залпом. Это что такое еще? Там еще, кстати, некоторые стоят. Все размито, но сделано качественно. Так, бешеные пулеметчики Джейси Фейм умеют обеспечить хоть слишком увлеченные свои оружия. Для них приказы это скорее рекомендации. Вас точно ждет хаос и много пуль. Так, значит, это у него что такое? Скорость строительства. Так, это хорошо. Так, это что такое? Скорость сбора пищи. Не, я не беру, обязательно не беру. Ну, пожалуйста, что такое? Защита громил. А ты сколько там, чувак? Здоровье войск. Обеспеченные, загрузка войск. Да, не знаю. Остановление очков действий. Да ладно тебе. Другой. Ты кто такой? Это вроде босс. Какой цвет? Я что-то не в курсе. А, желтый. 6 персонажей. Вот этот мы Эрик увидели, сам новый. Тем самым будет еще больше персонажей. Я не знаю, как это будет. Но долго делать персонажей. Стрелок смерти малыш. Сильнейший обезьян, но очень прямолинейный. Они первым делом стреляют, а до вопроса дело может и не дойти. Проблема для них является проблема. Если ее нельзя рассмотреть. Так, что тут есть? Восстановление энергии минус. Ладно, что-то еще. Вместимость в госпитале 5000. Лечилка, да? Атака стрелков. Ага. Ну, важная информация. Атака стрелков. Вы тоже, кстати, громил можете. Только вот эти вот пищи меня очень пугают. Ну, я и так могу, конечно, бывать целый день, так что мне не жалко. Так, громила. Что лучше, стрелки 3%? Точнее. Ого. Атака стрелков 5%. Я подумаю еще. Записываем. О, банан еще, кстати. Так, записываем и скоро на сервер зайдем. Только почитаем. Изобретательные. Пожалуй, даже слишком. Изобретательные, пожалуй, даже слишком. Не стоит останавливать их не наедине с вашим техникой. У них все во имя науки. Особенно если эта наука позволяет что-нибудь взорвать. А, взорвать любите. Защита гонщиков. Красавчики, скорость исследования. Так, окей. Скорость лечения. Так. Чего? Не, ну ладно, скорость лечения нам не нужно. Так, скорость исследования. Это потом нужно. Потом. Сколько там? Офигеть. Исследование. Главное что? Если человек больше будет исследовать, а какой уровень самый мощный? Чтобы закончить игру, этот человек вам поможет. Я хочу быстро закончить игру. Поэтому я убираю его потом. Так, гонщики тоже 5%. Хорош, чувак. Так, дальше у нас идет кто? Блин, даже не почитал. Потом почитал, окей. Да, как тебя зовут? Пороховые послушники сэр Грег. Эти обезьяны любят взрывы, больше взрывов, маленький взрыв, еще взрывы, бабах, взрыв. Что даешь нам? Атака стеноломов. Чё, офигенно! Стеноломы так тяжело ломаются, но я не экспериментировал, но в будущем он очень понадобится. 6%, офигенно, я бы его взял, если честно. Скорость обучения. Скорость сбора железа. Так, скорость обучения. Этот соперник достоин этого. Ладно. Так, как там вас, извините, мастер механик мисс Хеликис. Хеликис. Так, капитан Эрик. Ха, по городу. Я люблю его. Конечно. Я убираю, могу еще убрать. Острозубый охотник, одноглазый Эрик. Они верят только в силу. И им нет дела до
так называемое наслаждение человечеством. Я говорю, сила нужна. Вот так вот в Дискорде. Сокрушение и слава только для сильнейших. Ага. Так, урон Ривер. Так. Кстати, нет, тут черный, нет, тут вообще красота. Урон Ривер, 10%. В шок. Восстановление очков действий, 5%. Скорость маршем. А почему он такой медленный? Но! Урон Рыве. То есть побеждает мутантов. Ну, я этого беру, потому что я его хочу. Так вот. Острозубый охотник, приветствую. Так, время. Ух, как задержалось тебя. Нам пригодится, но приходится новая сила охотник. Только уясни хорошенько. Уясни хорошенько, что... Команду здесь я. Сила и храбрость помогает нам запустить ракету. Сейчас ты станешь свидетелем поистине исчезаем. Что, блин, исторического для нас момента. Запуск нашей ракеты. Да ёть. О, я тебя знаю. Чрезвычайная ситуация. Нам нужна больше энергии для ракеты. Ну что еще? Нужно больше урана? Значит, прошло твое время. Время примата. Покажи, что ты можешь. Кстати, тебе понадобится помощник. Разбирайся со своим блохами и все такое прочее вперед. Да, докажи, что я не ошибаюсь в тебе. Давай, давай. Так, давайте. Так, это чувак обычный, кстати. Так, давайте мопедики. Очень хорошо, примат. Собираю больше урона урана. И тогда я могу позволю тебе нажать кнопку запустить ракету. Ух ты, спасибо. Нажимаем кнопку. Тыщ. Да, мы знаем. Какой банана случилось с нашим ракетой? У нас она только одна. Мы должны найти еще пас. Старайся починить. Это долго чинить, как я понял, да? Окей. Ваш город. Я понял, как развиваться. Активно. Тут надпись, ну ладно. Что наш ракета? Что ж, теперь я за город отвечаешь ты. А я займусь организацией поиска группы и задам трепку той обезьяне, которая в этом виновата. Помоги нам отыскать ракету. Не подведи меня. Ой, не беспокойся, я непременно помогу вам. Ведь я Роджер. Стоп. Роджер, Дискорд, ах ты ж такой. Привет тебе, Роджер. Ваш верный помощник. Ну, там помог мне. Я как-то не был в курсе. Сейчас догоню кого-то там. Немного обезьяны в первом же день. Достаточно. Такая важная задача. Вперед, Роджер. Блин, Дискорд мне там дал модерку. Точнее, какую модерку? Дал контент. Спасибо большое. Нужно как-то тебе что-то благодарить. Как я понял. Окей. Так что вы должны найти нашу ракету раньше всех. Ракета разбросалась в области укрытых туман. Если мы отправимся туда, то не найдем дорогу обратно. К счастью, наши обезьяны-разведчики могут исследовать область и разведать туман. Но сначала нужно построить дозорную башню, где они будут базироваться. Уже как-то начал хорошо из-за воды. Знаете, вот чай самый хороший. Рекомендую пить чай. Качество вас увеличит читанию. Ну что ж поделать, вот такая у меня проблема. Ох ты, привет тебе. Что мне для вас найти, шеф? Сундуки с сокровищами? Белый мутантов? Может, самок? Не, слушай, этот дурень, да? Просто отправьте его в туман искать нашу ракету. Давай, иди ищи ракету, ё-моё.
Я понял, кстати, как я тут нажимал, не работало. Идем по дороге, и мы сможем найти место крушения. Нужно торопиться. Только поработайся. Слава богу. Раньше, когда я так нажимал на канале Max Risk Gaming, поищите ролик, первый ролик, и там была ошибка такая вот. Не мог никак на компьютере сыграть. Вообще был шок. Я нашел тут какие-то металлические детали. Похоже, наш обезьяна-разведчик обнаружил обломки ракеты. Продолжая поиски, может быть, по близости есть другие детали. Но я помню серию, если вы не помните, то все, я не расскажу, чтобы вам было интересно. Так, смотрим. И собирает он. И что будет? То, что он собирает. Может быть, мы сможем найти другие важные детали. Ох, это ты зря, чувак. Все, ты... Ну, Синаркурс, я не знаю, почему это значит. Ну, ладно. Ой, види, Роджер. Роджер, сюда. О, нет, вы только... Посмотрите, вот наши ракеты остались безопасны. Бесполезны. Груда хлама? Ладно. А можно тебе на превьюшку поставить? Ну, если буду много роликов записывать, тем самым я хочу тебя на превьюшку. Ты очень красивый. Там сделал. Давайте посмотрим... Сможем ли мы добыть здесь хоть что-нибудь ценное? Да, вижу, вижу. Роджер, я иду. Давай, собирай там. Да, вот это ты зря пошел. Сок ту приматов. Бегу. Здесь становится опасно. Нужно сейчас же отступить. Готовьтесь к смерти, обезьяна. Вы нападаете к нам на ужин. Нам не выстоять, чтобы вызвать отсюда ракету, нам понадобится помощь героя, чтобы вытащить ракету. Кстати, класс превьюшка, он прям зубы тут стоит. Было бы очень классно. Так, окей. Стараюсь сделать. Герой любит показывать свою удаль в бою. Если мы хотим кого-то завербовать. Я понял, что есть такой верб. Но завербовать такое себе. То сначала нужно построить арену. Давай арену. Если честно, я не русский, все. А я из другой страны. Сколько там русских изучают? Блин! Ну зачем? Я хотел историю рассказать. Ну ладно. Герой хочет встретиться с нами. С вами. Давай, герой, покажи себя. Привет, Макс Риск. Это... Мервик. Миверик. Это один из самых лучших героев. Ну да, Миверик, привет тебе. Я с радостью помогу вам, если понадобится разделиться с новыми мутантами. Разделиться с новыми мутантами, можно на меня положиться. Герой и... О, блин. Герой и очень вовремя. Мне это нравится. Нам нужен боец, который поможет отбиться от белых мутантов. И вызывать ракету. Белые мутанты? Дайте мне войско, и я верну ракету. Для начала охота. Конечно, ролик затянется. Ну ладно. Все, давайте, нанимайте. Там за пару секунд. Вот, да? 3 секунды, вообще же классно. 1, 2, 3. Все, вот вам тебя армия. Да-да, прикольно. Придюшка, все размыто. Кажется, там. Ну, ракета уже поставлена. Где ракета? Скорее, белые мутанты могут уничтожить нашу ракету в любой момент. Окей, окей, я иду. Походите, мутанты. Покажите, что наша ракета отсюда довольно далеко. Я не люблю лишних заботы. Не лишних заботы. Все понял, Роджер. Не любит заботиться обо мне, да? Ладненько, так что давай просто перенесем наш город поближе к ней, чтобы сэкономить время и потратить энергию, да? Понял. Прям половину почти, ого. Отлично, отлично, теперь мы достаточно близки и можем наконец-то отбить ее обратно. Мы ждали вас, обезьяны. Вам пришел конец. Еще там обезьяна. Белые мутанты, скорее отправляйтесь на бой. Сними войско, иначе они
Сорж, руд наш, живем, берем, они нас сидят, точно. На нас не закрытом. Так, слушайте мой указ, сделайте за мной. Да, трез воинов. Ну такое. Также тут можно посмотреть, как это будет. Ну так, смотрим пока что. Хрясь, хрясь им, давай. Наш герой и войск разберутся с ними. Это наш шанс. Забери ракету и убери отсюда. Уберитесь отсюда. Окей, интересно, кстати, история была. Так, давайте. Кстати, тут можно еще исследовать этих мутантов. Но в том случае, когда мы закончим игру, то будем исследовать врагов. У нас пока что мало силы, потом увеличим. Зеленые мутанты такие. Беги! Сколько мутантов? Там вообще капец. Что это? Откуда взялись все эти обезьяны? Не думайте, что это конец. Мы еще раз справимся с вами. Телепорт. Безопасное место. Наш город. Нажимай. Что ж, теперь займемся развитием этого. Подождите, музыкант есть? Подожди. Ого. Все. Ну что ж, теперь займемся развитием этого зверинца, который вы называете город. В этом области вы сможете найти ресурсы для улучшения города. Выполняйте задания и развивайте город. Направляйте силы и вскоре вы станете самым могущественным приматом в мире. Будет, конечно, шикосно. Ладно, всем удачи, всем пока.